Теперь если мы говорим, я расскажу им. Я прохожу эту карту, вот эту вот карту, и мне нужно открыть этот вход в этот лифт. И найти три рычага. И мы начинаем. Итак, я думаю, туда пойдем. Так, здесь у нас закрыто. Вот здесь закрыто. Ой, из кого-то убили. Так. Здесь у нас сундук. Рычаг один есть! Уже один есть рычаг. Ура! Так. Это что было? Из-за чего я прохожу карту? Так. Блин. Хватит так пугать. Второй рычаг. Это хоррор. Поймите. Все поймите. А то здесь что-то... Что? Ну ладно, пока. Я лучше отсюда пойду. Не знаю. Здесь мы уже были. Так, здесь... А, точно, я же могу так сделать. А, нет. Ну, в общем, вот так вот как-то. И вот здесь у нас еще один проход. Ой. Блин, хватит так пугать. Опять этот... Ладно, я буду... стейки нам понадобятся. Я думаю, здесь ничего. Здесь... А, ключ, есть ключ. Так, а здесь у нас тоже нет ключей. Так, у нас есть ключ для чего? Это у нас ключ, получается, от генератора какого-то. Я не знаю, где генератор. Ванная? Я не знаю, что у нас... Ой. Так, я не знаю, что у нас здесь такое. Это зеркало? Так, смотрите. Ну, здесь ничего обычного, здесь все обычно, точнее. Ну, вот дальше будем. Идти. Так, и дальше мы идем. Вот такая, не знаю, где генератор. Так, я думаю, это здесь. Нет. Никак, никак, просто никак. Так, здесь у нас... Что у нас здесь? Опять стейки? Ну, это нам понадобится, я думаю. Здесь пусто в остальных комнатах. Так, это... Комната для малыша. Здесь ничего особо нету. О, ключ. Вот от этой детской... От этой детской комнаты. Так, вот детская комната. Блин, что здесь? А вот... Ай! Так, есть и кубики. Так, ну кубики, все обычно. А, и еще один рычаг, кстати. Хорошо. Так, а генератор у нас, похоже, был там. Там, да, внизу. В одном из... Вот, да, вот здесь, похоже, был генератор. Это... Да, это он. Вот генераторская комната. Так, сюда заходим. Так, и вот мы должны здесь поставить три рычага. Да, ура! Мы открыли. Быстрее! В лифт, быстрее! Он открыт. Заходим. И мы проходим. Ура! Ну, на этом все. С вами был Ирин Трижи. Всем пока!